сейчас вышла только что из дома и вызвала такси, потому что сейчас я поеду в центр к своим двум одногруппницам. Жениха нашли там, жениха? Да, забыли. Да, да. Вы дивите меня аккуратненько, жениха. Вы же за багато выходите замуж, за бідно не выходите. У нас проблема, мы не знаем, по каким жетончикам мы будем проходить. У меня просто зеленый. Серьезно? Мы пришли в метро. Классно, я на такси приехала, чтобы ехать на метро. Один, пожалуйста. Мы спустились уже в метро. И, а куда мы едем вообще? На почтовую площадь. Ой, там так красиво, это там старенькие такие здания, да? Я люблю почтовую площадь. Нет. На почтовый новенький. Старенькие. Так, сейчас видишь, там очень красивые. Там еще кафе «Бог» есть. Может, это кафе «Вечер»? Нет, ну просто я в нем, кстати, не была, но супер какое-то модное. Ну, «Бог» типа. Пожирательница пирожных и кофе. Надо было мне палку мою взять. Да, как удобнее. Я какая-то такая, эх. Такая, эх. Знаете, что если в толпе, что козя? Короче, если идешь в толпе, то лучше идти с краю. Так вы выживете. Это уроки выживания от Маши Тимошенко. А если потом скажу, нужно бежать наверх. Мы уже практически добрались. Блин, я какая-то страшная. Ладно, я не страшная. Дубль 2. Мы практически добрались. Ой, ты такая красивая. Капец. Ну, Кать, ты тоже, просто ты не влезла, я тебя не увидела. А куда мы сначала идем? Ты разработала маршрут? Да. Как это Кейт и не маршрут, не разработала маршрут. Ну да. Чертина кулички. Это что такое? Поэты поверни місто Магдебурзького права. Надо фотку сделать. Мы здесь красивые, свет хороший. Кать. Да. Короче, куда мы идем? Или давайте туда? На фуникулер. Давайте на фуникулер. Спустимся и будем в силах туда пойти? Да, это, кстати, сложно. А долго идти туда, на чертики? Не. А подождите, нам нужно все места обойти. А мы сейчас первую экскурсию проводим? Ну, то есть только первую. Да. Короче, я же вам так и не сказала. Сегодня мы... Сегодня мы проводим экскурсию. Ну, мы сами себе сделали такую экскурсию, потому что нам задали на истории экономики... Точно. Потому что нам задали по истории экономики и экономической думки посетить такие вот разные места интересные. И за это нам поставят 6 баллов. Ну, максимально, если мы расскажем еще. Жетончик. Блин, а что ты мне раньше не сказала? Я без скидки взяла. Какая козлихи. Я чуть не умерла. Тихо, сюда. Нет, или туда, или на самый верх. Нет. На самый низ. Самый низ. Или на самый верх. Нет, на самый Пошлите верх. Пошлите на самый... Да все уже, будет, мы вниз будем видеть. Блин, я запуталась. Давай. Олька, скажи, чтобы подписывались на мой канал. Подписывайтесь на Машин канал, ставьте лайки и увидите много интересных видео от Маши. Ого, слушай, ты не хочешь свой влог открыть? За вас. А самоврядование это что? Сам управляет своими делами. Теперь и вы знаете. Короче, мы взяли улитку. Ой, улитку. Мы взяли... Что мы взяли? Ну, типа латы. Я забыла, как она называется. У и идем амертино? Сейчас... Амертини. А у меня... Мила... А у меня Мила Ванила. Мне подходит. Ну, розовый стаканчик, розовое пальто. Сколько у тебя еще осталось печенье? Почти все. А у тебя? У меня раз, два, три, четыре. Не добавляйте их в кофе, они тогда невкусные будут. Размякнут, и там будет фигня. Они забыли, что печенье имеет свойство растворяться. Да. И размякиваться. Короче, а вот это вот чему памятник? Просто так? Ой, знаете, какой мне памятник нравится? Какой? В здании, где музей Тараса Шевченко, там из стены такой как бы мужчина в одеянии таком. Не видели никогда? Вот, я... Может, мужчина на Тарасе Шевченко? Может, сам Тарас? Наверное, да.
Вот это Киев. За это я полюбила Киев. Меня когда сюда Саша привез, мы именно вот здесь ездили по этой дороге, и тогда я поняла, насколько красивый Киев на самом деле. Нам сюда вообще-то, куда мы идем? Куда? Мы же сюда. Чем мы разделились? Ой, посмотрите, какое небо красивое. Офигеть просто. Иностранных дел. Смотрите, Министерство иностранных дел. Красивое здание. Короче, у нас такая онлайн-экскурсия по Киеву. Мини-экскурсия по Киеву. Блин, руки замерзли, капец. Мы зашли в очень классную, я не знаю, даже арт-галерею, если так можно назвать. А что у вас за работы? Это выставка, такой проект «Земля» Сергея Савченко. Прикольно. Интересно, а в какой он такой технике? Это же какая-то марля. Да, это авторская техника, которую он специально разработал. Класс. Девочки, здесь бронзовый хлеб есть. Бронзовый. Очень похоже на работу... Волошка? Волошка, да. Нет? Ну, нет, ну, не знаю, у нас была волошка. Очень-очень похоже. Мы тут через трущобы какие-то идем к этой десятинной церкви, и мы, а получается, десятинная церковь. Десятинная церковь, она получается на Андреевском спуске, или мы должны пройти Андреевский спуск? Ну, она сбоку. Сбоку? Андреевский спуск? Короче, на Андреевском спуске очень красиво, если бы еще не постоянно эти работы, тогда бы было идеально. Недавно, да? Ой, такие прикольные кофточки, смотри. Какая собака. Красивая. Знаешь, идем так спокойно. Собака! Как будто вы собак никогда не видели. У собаки глаза на лоб. Нам нужно залезть. Господи, как классно. Обожаю вот такие вот места, где продают всякую дребедень. Ну, не дребедень. Но всякие красивые ненужные вещи. Что у вас там? Магнитики, еще магнитики, и еще магнитики, еще магнитики. Такое ощущение, что я в каком-то супертуристическом городе в Ялте, знаешь, какое-то такое. Я предлагаю потом зайти куда-то чай попить и погреться. Вы как? Близу кавиарню. Обожаю это здание. Смотрите, оно офигенное. Такое ощущение, что в каком-то... Я не знаю. Вот, видите, оранжевое? Вообще, постоянно, когда я снимаюсь где-то, например, в Димином влоге, или снимаю свой влог, надо мной постоянно ржут. Постоянно надо мной ржут. Какого хрена? Я что, такая смешная? Вроде бы нет. Нам очень классно. Что? Очень удобно. Слушай, я еще хотела одеть сегодня. Думала, ой, одену, я же на такси еду. Ладно, погуляем. Ну сколько нам там пройти? Хорошо, что не одела. Вот знаете, чем мне нравится Киев? Что вот может быть классическое здание, а рядом с ним какое-то граффити. Вообще непонятное. В этом есть своя какая-то атмосфера. Передай привет на блоге Вове Сафонов. Как прикольно. Вова Сафонов, тебе привет. А что это здесь? Потому что граффити. Нет, просто граффити. Или граффити. Граффити. Граффити? Я тут ставлю граффити. Граффити. Да, кто започатковав, започатковав. Ну, и все такое. Отстаньте. И все таке. И все таке. Моя українська мова достигла чияк? Досягнула. Досягнула найвеличнішого рівня. Найвеличнішого. Найвеличнішого рівня. Рука замерзла, капец, ребят. На самом деле очень холодно. Теперь Маша не рука? Хочет никто поснимать. Так. О, мусорка. Маша нашла мусорку. Счастье! У нас в Киеве напряг с мусорками. У меня же разрядился телефон. Ну, он не разрядился, он как-то выключился сам по себе. Я не знаю почему. Такая взбалмошная. Вот, мы с девочками уже побывали в музее. Я надеюсь, вы увидели, потому что я снимала на Катин телефон. Я не знаю, дошло до меня это видео или нет. Надеюсь, что да. Вот, так что мы сейчас зашли попить чай. Я что-то съем, потому что я голодная. И буду звонить Саше, узнавать, когда он нас может забрать, да? Чтобы... нам еще нужно, короче, поехать на памятник Магдебургского права. Не, я знала. Она приехала давно? Секреты к Нео. А, я не знала, что она все сообщает. Я
да. Влоги. Мне еще нравится, кроме Маши, Маша Троцко. У меня такая Троцко, да? Офигенная. Мне нравится Соня Есьман. Ставь палец вверх, если тебе тоже нравится Сонечка. Я съела бульон и салат, мы пьем чай, разговариваем. И знаете, это так классно, что мы выбрались. Привет, Коки. Мы бежим к Софийской площади. Это мой отбор, ребят. Все, я думаю, здесь хватит, смотри. Она нам не скажет, что вы не дошли до нее. Да, давай дойдем. Давайте после пешеходного перехода, тихо. Ну что же, наш активный супердень подходит к концу. Активный, суперинформативный, даже вот так день подходит к концу. Мы сейчас едем на памятник Магдебургского права. Последняя наша остановка, да, точка. Сфотографируемся с ним. И все, дело будет сделано, и мы получим свои законные, я надеюсь, все-таки 6 баллов. Короче, я хотела сказать, что чего только стоит, вот ты просто можешь проезжать по дороге, и везде очень красивые здания, старые, новые, я не знаю, вот своя атмосфера у этого города, ну, несравнимая ни с каким другим. Я уже приехала домой, это конец моего влога, я надеюсь, он вам понравился. Буквально через несколько дней я подумываю о том, чтобы снять для вас неделю влогов, я думаю, что вам будет это интересно, и если это действительно так, то ставьте палец вверх, пишите в комментариях, интересно ли вам это или нет. Сегодня я еще раз убедилась в том, насколько город Киев красивый, потому что, я не знаю, столько красивых мест, исторических, каких-то старых улочек, каких-то милых кафе, я не знаю, ну, действительно, этот город, он... Я даже не знаю, как выразить свою любовь к этому городу. Вот, так что я всем вам советую посетить Киев. Или если вы здесь живете, я вам желаю никогда, чтобы эта любовь и вот чтобы эти чувства к вашему родному городу, они никогда не остывали, и чтобы вы постоянно удивлялись этой красоте и постоянно ее замечали. Так что я надеюсь, что вам понравилось это видео, и если это так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, и не забудьте написать свои комментарии по поводу недели влогов. Всем пока, я вас очень люблю. Thank you.